Через центр, конечно, выбивать нельзя. Но другого пути ведь не было у защитника Гонконга. Иран мяч перехватывает и уже продвигается все ближе и ближе к штрафной. Соперника можно и пробить. Хороший пас, удар, будет гол. Есть, есть, гол. Сборная Ирана повела в счете. 17 номер Реза Гандипур. Битого мяча в этом матче. Хорошо разыграли Иран. Здесь поставил ногу крепко так. Не дал возможности сопернику выбить мяч. Но здесь на исполнение, конечно же. Такие мячи надо забивать. 1-0. Решение можно играть. 13 номер с мячом. Приближается к воротам. Может ведь и пробить. Под удар. Гол. После рикошета еще один мяч залетает в ворота сборной Гонконга. 17 номер, 17 номер сборной Ирана. Реза. Иран в атаке. Штрафной площади. Один совершенно. Седьмой номер. Можно пробить гол. Конечно же. Конечно. Там делать уже нечего было. Седьмой номер. Исмаэль Гализаде. 0. В полнейшем одиночестве. Где защитники? Масса времени было у него. Посмотреть, где вратарь, где защитник. Ну и еще один. И еще один мяч залетает в ворота. Красиво. Все было сделано на хорошем, высоком. Два игрока великолепно разобрались в этой ситуации. По штрафную. Передача. Удар. Гол. Еще один мяч летает в ворота сборной Гонконга. Десяточка. Десятый номер Ирана. Касра Тахири. Касра Тахири делает счет 5-0. Ой, как же здесь мяч не пошел. А вот здесь надо забивать. Ну теперь-то гол. Шестой гол в воротах сборной Гонконга. Goal for Islamic Republic of Iran by player number 17. Сейчас становится 6-0. И продолжает атаковать Иран. Передержал, как мне кажется, мяч. Удар. Вратарь справляется с ним, но Гализаде Самьяну. Удар. Гол. Гол забивает Гонконг. 7-1. Смотрим. Еще за этим эпизодом пропускает мяч. А здесь сходу пробивает. Иран идет. Штрафную площадь входит. Падает. Встает. Но остается с мячом. Удар, гол. Так и есть. И гол. Гол забивает. Пятый номер. Нет, 15-й-то. Мухаммад Аскари сам, да. И сам ударил. В дальний угол. Прострел такой низом. Еще можно забить. Да, гол. И 10-й гол влетает в ворота. Счет 10-1. Иран, молодцы. Еще один гол. Еще один гол. 11-1. Головой забивает Реза Гандипур.